Старец Даниил Ковалев был арестован в 1934 году, расстрелян 10 июня 1938 года. Вслед за ним, спустя 4 года, была арестована вся семья. И отец был репрессирован на 10 плюс 5 лишения всех прав. Гавриил Иванович Хитискин, 49 лет. Гиви Христианович Карпович, 36 лет. Следствие Шахтного Евгения Карпович, 25 лет. Расстрелян 2 курса института иностранного общества. Расстрелян 28 февраля 1939 лет. Девчонок, экономист, готовник, отстреленный Дмитровского ИТР. Расстрелян 26 февраля 1938 года. Анатолий Алексеевич Поликарпович, 43-38, священник Центра Мантиозова, Чернигов, 145, расстрелян 14-15-1738 года. Дмитрий Павлович Григорий Александрович, 34 года. Георгий Михайлович Айнхорн, 31 год. Станислав Александрович Новский, 47 лет, директор Гелермана, расстрелян 11 апреля 1938 года. Расстрелян 14 июня 1938 года.